Эй, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам шейдеры для Майнкрафта в Edition. Вот и вышли в свет первые шейдеры для новой версии Майнкрафта, и не следите их довольно строго, потому что это всего лишь первые шейдеры. И что ж, во-первых, давайте обратим внимание на небо, оно стало просто прекрасным, и уже в первой версии Майнкрафта мы можем увидеть вот такие довольно красивые шейдеры. Я не могу сказать, что они суперские, но все же они очень классные и не больно требовательны к вашему Android-устройству. Вот такое освещение в этих шейдерах очень классное, но можно, конечно, получше, но я не буду придираться, потому что это первые шейдеры, которые я могу видеть на новой версии Майнкрафта. И по идее, в целом они выглядят очень красиво и компактно. И также здесь есть и тени, ну и вода, как я сказал, маленько улучшилась, но все же она довольно темная. Присутствует белый туман, который видно при прогрузке чанков. Ну, как я сказал, добавили тени, например, вот такие маленькие тени, но есть и вот такие довольно заметные тени, которые издаются от блоков. Я не знаю, как они появляются, но все же они появляются. И вот такое освещение, и очень классно это выглядит. Да, очень эпические шейдеры, которые вы можете скачать, перейдя в описание, да. Ну что ж, сказать мне больше нечего. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.